Всем привет, дорогие друзья, с вами, как всегда, Дарити, и мы с вами продолжаем играть в игрушку Slightline. Вот, это очередная серия, игрушка нам понравилась, поэтому мы снимаем на нее видео летсплей. Что ж, у нас 26 боев, 16 побед, 358 мы в рейтинге. Так, предлагаю что-нибудь купить. Кстати, а сколько пополнить счет сейчас стоит? За 15 голосов 500 слитков, в принципе, очень даже хорошо. Очень неплохо, да, можно будет покупать. Вот, мы уже покупали один раз. Так, 500 слитков, 1000 слитков, 27 голосов. Мы, по-моему, 1000, да, покупали. Так, ну ладно, потом посмотрим. А, предлагаю взять, что? Уменьшает урон от действия противника. Да, давайте купим его. И возьмем с собой. С этим бонусом там и поиграем. Плохо действует 3 раза, хотя бы раз 5 бы. Не знаю, боев 5 бы. Действовал, было бы круто очень. Ну, 3 все-таки как-то мало. Или на час давали, может, на один бы давали как-то. А все лишь на 3 боя дают. А с Кирсановичем я играю, значит. Так, хорошо. Что бы еще такое соединить? Может быть, что-нибудь вверх-вниз? Я вот ничего не вижу. Давайте так оставим. Посмотрим, сколько он мне нанесет урона. 25% меньше должен нанести. 8, 9, 6, 15, 23, 27. А он мне нанес 21. Ну да, поменьше. Так, отлично. Немножко подлатались. Жесть. Это будет много. 4,3. 20. Комбо какое-то 25 отнял. Что-то я такого не помню, комбо. А как тебе такое комбо, мистер? Мистер Могушан. Думаю, вот так будет хорошо. Комбо плюс 25 монет дает. Плюс 50 монет. Только зачем мне эти монеты, я так и не понял. Нужны. Ну, не очень много. Так, ну это что-то сильно мало, да? Давайте вот так, что ли, сделаем. Восстановит себе жизнь просто. Ну ладно, это лучше, чем он мне нанесет урон. Ух ты, как эпично все. Еще бы и знать, что сделал бы. Тебя бы сюда поставил. Так, а тебя можно сюда подвинуть? А, нет, нет, нет. Тебя сюда. Отлично. Вот так оставляем. Наверное, да? Не успел подумать хорошенько. Комбо опять, наверное, будет. О. А как тебе вот такое комбо, мистер Всезнайка?
И вот так еще. Вот так оставляем такую. Мега комбо. Нет, не дали ничего. Ну ему убить-то мне по сути нечем. Так, вот тут я вот должен сделать уже. Давайте вот так сделаем все-таки. Переставим. Так будет круче. Ну все, я его сделал. 8-5. Куда мне девать свои монеты? А, монеты. Монеты превращаются в золото. Я так понимаю. Чем больше монет, тем больше золота. Побед подряд. Прохождение этапа. Продолжаем. Кого тут сделать-то? Это вот сюда, это сюда. Ну так неплохо же будет. А, я играю с Павлом Филипповым. У него много здоровья. Откуда у него столько много здоровья? У меня всего лишь соточка. У меня 150 было или сколько? Смотрите, сколько у него бонусов. Да. Ну и попался же мне. Половину отнял. Больше половины. Жесть какая-то. Мастер своего дела. Еще один ход. Как же я его потрачу? Пускай будет так лучше. Нифига, смотрите, сколько у него всяких штучек-дрючек. С ними-то он явно меня победит. Откуда у него? Как он их покупает? И где он их берет? Я тоже так хочу. У него, конечно, уже мастер дракона. Павел Филин не попался. Непростой оппонент. Да, я ему явно вдул. Что бы такое сделать-то, я даже не знаю, выдумать-то что. Так что ли, хотя бы немножко пополним здоровье себе. Добавил ходы, смотрите, не жалеет ходов. Ну все, он меня побеждает. У меня поражение. Далее. Мы должны это сделать. Энергии у меня еще есть. Предостаточно, в принципе. Саша Мили, Ничук. Кролик. Я думаю, мы его должны будем сделать. Тем более, у меня еще бонус есть. К тому же.
Я вот эти подвинул бы, почему бы нет? Можно было два хода ему добавить. Так, отлично. Можно так даже оставить. Ну, других вариантов я не вижу. Так. Есть ли другие варианты? Ходит он. На самом деле прикольная игрушка. Вот, мне она нравится. Так, ну фигню какую-то сделал зря. Ходы себе добавил. Это мне не помогло. Мне надо было более четко рассчитать. Четко. Так, что тут можно сделать? Такой комбо сделать. 8, 8, 16. Энергия тратится за время, которое я провел с соперником. У него 1% остался, прикол. Что он сделает? У него есть шанс. Шанс отомстить. Так, ну тут явно я победил. Это 100%. 12 и 15. Отлично. Побед подряд одна. Прохождение этапа. О, прошли. На 5 звезд. Вот, теперь мы стали быком. Можно купить плюс еще 50, да? Энергия у меня будет 150 уже. И причем энергия сразу, смотрите, восполнилась. А, нет, не сразу. Также 34. До скольки, интересно, можно энергии тут покупать? В принципе, мне 150 даже до глаза. Не знаю, может быть, там какие-нибудь еще потом амулеты появятся. Кстати, я на 273 месте, это очень круто. Движемся дальше в рейтинге. Я хочу в сотке оказаться. Было бы очень круто. Среди сильнейших быть. Я, кстати, забыл амулет купить. Так что сейчас мы, возможно, проиграем. Нифига себе. У меня уже 110 жизней, а у Кирсана 165.
Так, что же мне сделать, Кирсан? Кирсан Кирсанович. Сильный удар. 3-3. Минус 12. Минус 12. 5 мощно, 3. Офигеть, 4-3. Мощный удар. 12-16. Я так не умею. Кирсану я явно проиграю. Кирсан хорош с собой. Восполнили себе немножко жизни, но что это мне даст? Скорее всего, ничего. Очень много монет зарабатывает он, Кирсан. У меня только два бонуса. С помощью этого бонуса вы можете менять, на самом деле, любые фишки для этого. Для того, чтобы заработать. Надо собрать чего? 9 желтых фишек. Неиспользованный бонус переходит в следующий раунд. И также это собрать 5 желтых фишек. Неиспользованный бонус переходит в следующий раунд. Круто. А вот так тебе как? Да, но тут он мне ясно замочит. Ну, мы неплохо сражались. Мы старались. С Кирсаном сложно играть. Лучше с простым игроком. 30 боев, 18 побед. Вот, с вами был Дарид, ребят. В общем, мы с вами, я думаю, еще поиграем. А пока что, я думаю, стоит завершить наше путешествие. Вот, по этой игрушке мы уже далеко дошли, смотрите, как много мы прошли. И будем вверх вот так подниматься, все дальше будет интереснее и интереснее. Вот, ну я с вами пока что прощаюсь, ребят, мы, я думаю, еще не раз увидимся. Вот, всем пока-пока, подписывайтесь на мой канал, кто еще не подписан. И желаю вам всего хорошего, пока.